Пляж «Дипломат» расположен в живописном месте на Николиной горе. Пока эту зону отдыха полноценно оборудованной назвать нельзя. Что нужно сделать для того, чтобы она стала более комфортной и безопасной, глава муниципалитета перечислил по пунктам. Для нас самое главное – это, конечно, парковка, с чего начинается пляж. Удобная парковка, доступная для всех посетителей. Это пост так называемой безопасности, кто следит за тем, за людьми, которые находятся в воде, и служба спасения, так называемая. Это медицинский кабинет, это зона, где можно переодеться, это душевые, где можно ополоснуться, это, конечно, туалеты, лежаки, зонтики. Тут весь тот набор, который сегодня соответствует стандартам Подмосковья по пляжным зонам. В отличие от пляжа Рублева в Мякинино, это место вполне можно назвать диким. Однако среди отдыхающих пляж «Дипломат» издавна пользуется большой популярностью. В соответствии с региональными стандартами сюда уже завезли более 150 тонн белого кварцевого песка. А дальнейшее улучшение условий отдыха будет обсуждаться, пояснил глава. Хорошая погода в Подмосковье, жаркое лето, и, конечно, такой вид отдыха пользуется большой популярностью, спросом, и мы вкладываемся в наши пляжи и места отдыха, в том числе не соприкасаемые с водой. То есть, есть еще у нас порядка 6 зон отдыха, где мы планируем также обеспечить возможность для пляжного волейбола, для зон, где можно позагорать, отдохнуть, но без выхода к водной глади. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».